что ж, мои дорогие друзья, давайте продолжим с вами веселиться. И, собственно, я надеюсь, что у нас получится. Старого беса мы побьем как-нибудь в другой раз. Ну, а пока что пойдем по миссии. Собственно говоря, ждать нам особо нечего пока что. Нужно продвигаться дальше. Кузню мы зажгли. Осталось только доложить о содеянном нами. Ибо все в порядке, типа. Всадник! Пламя гор вновь струится! Да, оно освобождено мною и Карном. Карн? Этот сопляк? Откуда ему знать? И все же в кузнице снова горит огонь. Ты знаешь, что тебя ждет, всадник. Чтобы покончить с этим, нужно вернуть слезы. Я не мальчик на побегушках, творец. Это так, но теперь наши судьбы переплелись. Помоги нам, и мы поможем тебе. А пока возьми вот это. Может пригодиться. Искупление. Мощный пистолет, принадлежащий Раздору, брату смерти. Мне знаком этот пистолет. Он принадлежит моему брату Раздору. Как он сюда попал? Не могу сказать. Но теперь ты можешь купить и другие вещи. Достань слезы и возвращайся ко мне. Ты сказала, что кузницу питали две вещи — пламя и слезы. Да. Пламя, чтобы пробудить землю, а слезы, чтобы успокоить ее. Все это даровал нам отец камней. Значит, одного пламени будет недостаточно. Да, нужно и то, и другое. И где мне искать слезы гор? На западе, за фьордом, в ливневом форте. Там ты и найдешь слезы. О, Валус хорошо потрудился. Мы можем похвастаться обновками. Щиты как-то у вас косы какие-то не особо крутые, я вам скажу, ребят. Да и перчатки тоже так себе. Хотя вот эта вот глефа довольно неплохая. Не то. Все как-то не то. Ну, это, кстати, неплохая штучка, но довольно дороговатая. Обмотки. Ладненько. Получили новый уровень. И еще одно очко. Умений, конечно же. Смотрим, что мы сделаем. Так, запас здоровья призываемых упырей увеличивается. Увеличивается запас здоровья упыря на 64. Потом мы сможем прокачать, видимо, либо часть урона наносимого упырями позволяет яростью... Так, пополняет ярость, снимает единицу за упыря. Угу. А каждым ударом упыри сносят 4 единицы урона, призывает 2 упыря. А следующий уровень дает тоже 300, 6 единиц урона. И опять же 2 упыря. Либо вот это что? Мгновенный удар, смесь переносится через поле боя, восполнить сильнейший удар. Так, ну понятно, короче. Будем через упыри идти. Там, тут косу можно так смотреть. Неудержимость, буря жнеца, все дела. Ледяные вороны. Что дает следующее? 8 единиц урона за каждый удар. Я думаю, улучшим. А там уже будем смотреть на их хпшечки. Да, это я, всадник, не ты. К ней нам пока что бесполезно идти. Пистолетик у нас, собственно. И все? А, хорошо. Да я сейчас тебя как пристрелю. А, нет, это я не его, да, получается, выделяю. Обидно. Вот, ну в любом случае на карте мы можем перемещаться к посещенными нами уже местами. Посещенными творец воин. Победить воина Тейна в поединке. Мурия шаманка творцов, понятно. Книга мертвых, понятно. Искар. Ну ничего тут, собственно, особо так интересного-то и нету.
А пока с общей карты. Ибо я хочу переместиться. Так, мне нужно попасть, получается, в проклятый лес. Потому что здесь я видел кое-что, что можно порасстрелять малость. Давайте переместимся, да? Я хочу уверить, не уверить, а понять, прав ли я. В плане того, что именно ту штуку можно именно вот этой расстрелять. И если прав, то придется немножко прогуляться вперед. Уже, кстати, атака 150, была около сотни. Неплохо, неплохо. Так, спрыгиваем отсюда. И смотрим, сможем ли мы расстрелять эту фигню. Видимо, нет. Такие дела. А сможем ли мы расстрелять его? Ай. Это слабовато у нас оружие. И, кстати, есть определенное расстояние, на которое наши враги преследуют нас. И, кстати, здесь лошадь прыгает. Здесь прыгает лошадь, ребята. Вы не представляете, насколько я доволен. Около 140-150 урона за раз. Так, вот здесь я предполагаю, что есть какая-нибудь полезная штучка. В данном случае это монета. Сами знаете, чья монета. Вот она. Бамс. Мы ее забираем. Садимся на коняшку и сваливаем отсюда к хренам. Значит, пока что у нас либо пистолет не получил нужной вещи какой-то, с помощью которой он может что-то делать, либо у нас просто не то оружие. Скорее всего, второй вариант. И мы еще разберемся с этими синими штучками. Я думаю, что нам как минимум кто-нибудь пояснит о том, как же они действуют. Попробуй отыскать что-нибудь. Так. Идем за вороном. Ворон здесь что-нибудь пытается отыскать. Укажи мне путь. Либо указывает путь. Все такое. Ну, в общем, мы двигаемся за ним. Не обращая внимания на вот этот большой глаз, который за нами следит. Вообще на него просто не смотрим. Даже не думаем о нем. Особенно не думаем о том, что он за нами следит. И вот наш друг. Мы пытались остановить порчу, но ничего не вышло. Ты можешь что-нибудь рассказать о слезах гор? Ливневый форт находится за этой преградой. Он стал первой жертвой порчи. Мы запечатали слезы отца камней внутри, опасаясь последствий. Если я поступлю, как просит Элия, вы все узнаете. Да, и мир от этого только выиграет. Чистые, как горный ручей, или черные, как грех, слезы выведут нас из тупика. Всегда, когда я тебя вижу, ты стоишь без дела. Без древа жизни я такой же пленник этого мира, как и ты, всадник. Но кое-кому удалось выбраться до того, как древо исчезло. Например, Ультейну. Кто такой Ультейн? Всего лишь еще один творец, но с огромным молотом. Когда он сбежал, я не рискнул пойти за ним. И правильно сделал. Интересно, почему? Если бы не моя отвага и ум, ты бы еще искал котел. Если тебе уже пора идти, не смею тебя задерживать. Поиски — это такое увлекательное занятие. Никогда не знаешь, что ты можешь найти. Например, вдруг ты найдешь часть доспехов, которые я потерял много лет назад. Если ты их найдешь, буду тебе очень обязан. Да ты издеваешься. Ладно. Уничтожить теневые бомбы. Так. Прицеливаться с помощью... Не очень-очень удобно. Иди дальше, всадник, а я немного отдохну. А до этого ты что здесь делал?
Ну да ладно. Притворимся, что мы не поняли, о чем он. Так, что-то как-то здесь темновато, самую малость. Черно-бело, я бы даже сказал. И лишь мы являем собой здесь свет, цвет и все такое. Что это за говно? Здесь куча всякого говна, короче, бродит, но мы можем это на коняшке все убивать. Едкая ярость получена. Собственно, ради нее, по сути, мы сюда и приходили. И нам нужно еще что-то. Что именно, я, кстати, не помню. Ну ладно. Но амулет мы, в принципе, получим по ходу действия. Я так понимаю, нам сначала нужно убить гнездо, иначе они будут отсюда вылупляться и вылупляться и вылупляться. И, видимо, я прав. Теперь можно убить всякую мелочь. Все? Видимо, да. Ха. Так, здесь можно туда еще пройти. Можно пройти вперед, как нас и просят. Но почему-то мне кажется, вперед нам пока рановато. Хотя я могу ошибаться. В любом случае, вот здесь можно пройтись вот сюда. Но мы заберем здесь монеточку. Хдыщ. А туда нам, наверное, не надо пока что. Ну или надо, но если надо, то вернемся обратно. Понятно. Ничего хорошего здесь нету. Здесь куча мелких противников, которые нас будут сейчас только так дамажить. Еще больше мелких противников. Я вспомнил про то, что у меня есть вот такая вот штученция. То, что она очень нехило мне помогала, как всегда. Но я что-то про нее мало сейчас подзабыл. Ай. Здесь творится какая-то ересь, вообще ад, садомия и все такое. Ай. По-моему, это надолго. Что если попробовать пострелять в цветы? А, то есть они просто взорвутся и все, и больше ничего не будет. Ясно, понятно. Мне нужно добить вот эту падлу. К сожалению, никаким иным способом я ее не добью. Кроме как вот так, потому что она застряла. Не правда ли, мои дорогие друзья, проблема? Чёрт! Ладно. Смерть с револьвером — это, конечно, круто, но на самом деле это не так круто, как кажется. Нашли еще одну монетку перед тем, как спрыгнули. Это
полезно, ее можно было бы упустить случайным образом. Откроем заранее ворота, дабы не приходилось впоследствии пробегать таким же раковым способом. Сверху вроде ничего нету. Вызываем лошадку. И осматриваемся. Так, а вот там я вижу врага, видимо. Да, видимо, это все-таки мои враги. И, кстати, здесь, видимо, большинство врагов застревают в некоторых местах. Что нифига не есть круто. А здесь, походу, надо с кем-то поговорить, видимо. О, приветствую тебя, мягкотелый. Я не заметил тебя. Я хотел спросить, кто ты такой? Или что ты такое? Меня зовут Блэкрут. И я голоден. И чем ты питаешься? Только отборными камнями. Я умею притягивать маленькие кусочки, но уже много веков я не могу дотянуться до чего-нибудь съедобного. Я должен ждать здесь своего хозяина, но я умру от голода, если мне никто не поможет. Твой народ на грани исчезновения, а ты просишь накормить тебя? Это не составит для тебя труда. Возьми это. Это притянет к тебе камень. Ты принесешь его мне, и я съем его с огромным удовольствием. А после я отблагодарю тебя. А что насчет твоего хозяина? Я не хочу о нем говорить. Я его даже не помню. Он ушел много тысячелетий назад. А я оказался в ловушке. Ты ешь? Я не похож на других конструктов. Жизнь во мне пустила корни. Их нужно кормить, или они поглотят меня. Как давно ты здесь? Я веками коплю свою силу, и мои корни проросли слишком глубоко. В этом-то моя проблема. Да, действительно проблема. Камень-приманка. Ушел вон отсюда. А, так, камень-приманка образует пару с любым буженным камнем. Чар, притягивайте его к месту пребывания владельца приманки, выстрелите камнем и... Так, чар из искупления, чтобы... Все понятно. Мне придется идти одному. Сразу бы так сказали. Здесь, я так понимаю, только на лошади можно сделать. Оп, мы это достали. Такие дела. Вот, и в общем, ближайший камень... Так, это падла не идет за мной? Нет, вроде не идет. А ближайший камень у нас находится вот тутошки. Мы притянули. Найти 3 магических камня, минимум, да? Угу. Не место для Хорошо. Лошади. Без, как говорится, проблем. Надо, значит, надо. Так вот это не камни. Оу. Ни хрена оно на меня прыгнуло. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, я понял, здесь уровни противников есть. Ух, мать моя женщина. Слушайте, они сильнее, чем я думал. Так, надо быть поаккуратней с такими врагами. Мягко говоря, они прям реально сильные. У нас пока не хватает силы, чтобы их нормально побеждать. У нас с этими-то возникают некоторые неприятности. Я уж про тех вообще молчу. А что, ну сами видите.
Че, я вам вру, как говорится, что ли? С обычными проблема. Ладно. Так вот здесь вот можно как-то забрать штученцию, но, видимо, для этого придется познакомиться с этими гадами всеми. Ну, либо не придется, если аккуратно их обойти, конечно. Я не думаю, что мне дадут здесь нормально пройти. А, здесь это так взаимосвязано, да? Ясно, понятно. Благо перчатка, мы можем наносить быстрые стремительные удары, которые могут довольно сильно кацануть противника. Дома я таким образом вообще не наношу урон, да? Ладно, ну благо он хоть там застрял. Фига себе, мы взяли тут штученцы такие в ручки. Ладненько. Защита крит урон. Я думаю, лучше одеть вот эти. Да, вот так получше мы выглядим. И поглядеть, что у нас есть. Вот, в общем, магический камень и едкая роса. Также две страницы книги мертвых. Давайте расстреляем еще одну обойму. И пойдем его бить вручную. А. Тихо. Знаете, я лучше похилюсь на всякий случай. Да ну тебя нафиг. Еле уклонился. Тихо, песик. Я думал, он не будет коцать через эту хрень. Но он коцает. Так, перезаряжайся. Ну его нафиг, я не хочу к нему подходить. Отсюда у нас точно не достает. Такие дела. Ну давай, добивай. О, все, готово. Хилочки там нам дали, в общем, ну, всего понемножку. Так, я так полагаю, что можно здесь с той стороны заплыть. А нет, смотрите, можно. Вот тут вот, только это делается через отскоки от стен, видимо. Или... Нет, как-то по-другому. Ага. А что если я пробегусь по вот этой части стены? Но не получается, да? Видимо, это единственный способ попасть наверх. Но опять-таки, видимо, мы не сможем туда попасть, пока не найдем нужные нам вещи. Кстати, за здоровьем у меня что-то прям совсем плохо. А вот и доказательство того, что мы туда снизу не попадем. Потом можем проплыть куда-нибудь подальше, посмотреть, что там есть. Тем более, что я одну вещь уже вижу. И вторую вещь уже вижу.
Такие дела. Кстати, вот теперь мне точно напоминает Тени Колоссов. Второй или третий, по-моему, босс был как раз вот в такой хрени. Это было очень прикольно в то время. Только я думаю, что я, скорее всего, не попаду туда, да? Да, потому что он не умеет бегать по такого типа колонну. И как мне погрузиться вниз? Ага, на Y. Потому что я здесь заметил вот такую штученцию в виде монетки, которую мы впоследствии отдаем Вульгриму. Больше я здесь ни черта не вижу. Такие дела.